Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также мои странички в Фейсбуке, ссылочка в описании, где у нас продаются разные раритетные вещи и монеты. Сегодня у нас на обзорчике вот такой вот мини-фотоаппарат, СССРовский, Vega 2. Вот так у нас здесь Киев. В народе этот фотоаппаратик называется как бы шпионский. Вот видно следы использования. Сделано в СССР, есть надпись. Почему же шпионский? В принципе, к шпионскому не имеет никакого отношения. Просто вот такой миниатюрный. Вот, чтобы как бы занимал мало места, кто хочет путешествовать. Потому и соответствует вот такие вот значки, как бы такое вот путешествие. Путешественный. Вот, кто путешествует, увидел, когда-то у нас солнце. Вон корабли, ну, я же говорю, в народе называется шпионский. Работает вот так, он у нас сведенный. Вот, нажимаешь кнопочку, хоба, сработал. Вот, здесь у нас такой искатель. Вот, видеоискатель. Такой вот у нас фотоаппаратик. Здесь у нас всякие настроечки. Вот. Видно, здесь у нас такие вот настройки, ну, по-моему, перематывать. Что еще можно рассказать? Ну, сейчас, в принципе, посмотрим внутренний мир. Первый кадр. Перематываем. Второй кадр. Вот такая вот у нас перемотка. Сейчас посмотрим внутренний мир этого фотоаппарата. Что же у нас представляет? Здесь такой у нас алюминиевый корпус. Надписью Vega 2. Вот. Здесь у нас такой вот, как говорится, механизм затворный. Видите, как все работает. То есть уже сработал, затвор сработал. Вот. Здесь у нас кнопочка. Это у нас довелось, не довелось. О. Вот так вот. Механизм у нас закрылся. Повернули пленку. Восьмой уже кадр. Вот тут второй, восьмой, как она там считает. Вот, сработали затвор. Прокрутили дальше. Что же у нас тут внутри? Сейчас с вами посмотрим. Здесь у нас внутри вот такой вот внутренний мир. Здесь заряжалась микропленочка. Вот, в принципе, ее здесь нету. Ну, вся есть комплектность. Вот, вся комплектность на месте. Данный девайс можно будет приобрести. Можете написать мне комментарии или в Фейсбуке. Вот, все там будет представлено ваше внимание. Вроде бы все у нас тут здесь работает. Вот. Так, поставил. Что-то у меня защелкнулось. О, все стало на место. В принципе, такой вот внутренний мир данного девайса СССРовского. Индуста Star M 3,5, 2,3. Это у нас миллиметры. Есть номер заводской 91 95 018. У нас здесь затворчик, все закрывается, все красивенько, все в принципе крутится. Ну и на этом наш кратенький обзорчик. Всего его, конечно, раскручивать не буду. Вот сам механизм, здесь все видите прекрасно. Все, все сработало. Здесь у нас такие вот регулировка задержки. Вот. Вот винтом.
Работало, перекрутили. Вот так вот оно тут все дело у нас работает. Так. Ну что ж, на этом, в принципе, будем такой заканчивать коротенький обзорчик данного девайса. Как видите, все, в принципе, у нас работает. Все у нас крутится. Вот все регулировочки есть. Вот я, в принципе, не фотограф. Там крутить здесь тоже будет крутиться. А здесь не будет крутиться. Вот. Вот такой вот у нас сегодня на обзорчике. Vega 2. Такой вот фотоаппаратик, который сделан в СССР, который можно будет у меня приобрести, кому интересно, в коллекцию. Вот. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто хочет, может поставить лайк, написать комментарий. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. Всем пока.